На старт! Внимание, мужчины, вперед! Компьютеры и гаджеты остались дома. В спортивном комплексе «Юность» школьникам не до виртуальных развлечений. Каждую минуту ребята проверяют свои способности в эстафетах на скорость, меткость и ловкость. Самые успешные получили приятные подарки. И все же отличное настроение и заряд бодрости – вот что самое главное, делятся участники. Мне легко было прыгать на мяч. Мне сложно было в конусе мяч переносить. А так не очень весело. Мне сегодня понравилось прыгание на мячиках, мне сегодня понравилось бросание кегель, бросание кольцов, ну и все. А, и пролазить. Мне все понравилось, и я очень рада. Впрочем, получили заряд бодрости не только юные жители Сходни. Мамы и папы также не остались дома и с удовольствием промчались по паркету, сломя голову вслед за детьми. Спасибо за праздник, потому что очень хочется уже 2 января побегать, прийти в себя, немного встряхнуться. Так что спасибо Химкам за то, что устроили такое мероприятие. В течение новогодних каникул в Химках на всех спортивных площадках прошли несколько десятков эстафет с участием детей и взрослых. Все новогодние праздники расписаны. Мы анонсируем наше мероприятие на сайте городского округа, в газете Химкинской выходят анонсы. Каждый день насыщен такими праздниками, которые организованы спорткомитетом, управлением по физической культуре и спорта. Организаторы спортивных забав надеются, что активный отдых в новогодние каникулы позволит с легкостью войти юным и взрослым химчанам в учебную и рабочую колею по окончанию затяжного отдыха.